Ты куда пропал? Я уж думал, ты труп. Выживальщики давно были готовы к войне. Илай проследил, чтобы у нас повсюду были нычки. Пушки, патроны, все такое. Мало ли что случится, верно? Но так получается, что припасы нужны нам здесь, а не где-то в бункере. Не хватало еще, чтобы на них наткнулись эдемщики. В общем, ты нам очень поможешь, если достанешь припасы. Но загвоздка в том, что карты тайников у меня нет. Не спрашивай, почему. Безопасность, все дела. Возможно, у разведчика на вышке Джефферсона есть своя. Это на западе. Удачи. И береги себя. Больше подводим тебе свой ядерный бункер. Тогда и поговорим. Бросим его кости волкам. Такова воля отца. Отмечены бункеры. Выбери себе какой-нибудь и вперед. Правда, там могут быть эдемщики. Они хватают людей и сажают их в свои сраные кресла. Не хотелось бы тебя потерять.
подключился к камере. Тайник где-то рядом. Черт. В твою сторону идет патруль. Поторопись. Ты делаешь все напрасно. Бог ненавидит тебя. Я свое дело сделал. Яма? Ну, небольшой люк. Нычку не могли устроить в хижине. Выходи вокруг. Thank you.
рядом. Вряд ли он в хижине. Может, погреб проверишь? Нужно что-то под землей. Thank you.
Блин, слава богу, это добро больше не будет пылиться в бункере зазря. Ты нам очень помог. Не верится, что ты поймал тех парней. Я думал, они свалят. Жаль, что ты такой один. Иначе бы мы уже давно расправились с эдемщиками. Спасибо еще раз.